Спасибо. Стоп, а раз сегодня контроша? Блин, еще и на втором уроке. Да какой там готовился? Я вчера до двух ночи рейтинг сливал. Кэрри, ты там встал уже? Да, я встал, одеваюсь. Да придумаем что-нибудь. Вон, у Анжелики спишем. Кстати, она придет? Отлично. Ну все, давай. Так, пока что все прям идеально. Так вот, что с контрошей делать? Кэрри, блядь, ну ты где? Иду, иду. Всем доброе утро. А... Мама обиделась, что ты долго спускался и ушла. Давай, садись быстрее, если не хочешь еще и папу разозлить. Оу. А че у нас на завтрак? Хэви, что ты себе позволяешь? А... Почему ты спускался так долго? Что? Да я не хотел, в смысле, что? Чего ты добиваешься? Чтобы он остыл? Остыл? Кто остыл? Как кто? Пирог! С днем рождения! Блин, пирог с Халком! Пострадай! Ух ты, мой гомункул пугливый! Надеюсь, это лет 5 уж как не прокатывает. Я бы сказал, лет с 5. С днем рождения, Хэви. Так, ну давайте жрать. Тебе с глазом или с ухом? С глазом! Ууу, кто-то ест Халк глаз! Халк ослеп, наверное. Подавился Халк. А кто-то сейчас получит первый подарок. Здорово блестят, правда? Они титановые. Титановые... Титаны-то круто. Это охрененно. Они идеально подходят для первого пирсинга. Пирсинг? Это мои первые украшения. Мне подарил их Чес. Дих тоже носил. Теперь они твои. И не бойся, пирсинг это не больно. Почти. Ты теперь совсем взрослый. Они прекрасно будут на тебя смотреться. Ты только выбери, что будешь прокалывать. Соски прокали, они дольше заживают. Спасибо, очень круто. Я пока их здесь оставлю, а то я уже в школу опаздываю. Эх, ну ладно. Мы, правда, тебе уже забили процедуру на 9.00. На 9.00 утра? Не переживай. Если мы не будем медлить, ты обязательно успеешь на второй урок. Да, но даже если опоздаешь, ничего страшного. У тебя же там ничего важного нет. Контроль там или еще что. Вот, вот эту можно? Нет, это уже слишком. Ну, мам! Нет! Ну, пожалуйста! Здорово, дантист! А вот и пациент прибыл. Так, вы определились или как? У меня уже клиенты по записи пришли. Вы тут не одни. Вы даете согласие на пирсинг дочери или нет? Нет, я не даю согласия. Ну, мама! Нормальная мать не позволит своему ребенку уродовать себя. Че, тоже пришел своих уговаривать? Дохлый номер. Да вообще-то они сами меня сюда привели. Пиздишь. Кстати, Хэви, если хочешь себе язык проколоть, то вот эти украшения не подойдут. Но мы тебе штангу отдельно докупим, не боись. Удочерите меня! Я буду звать тебя мамой! Заберите меня к себе! Ну чё, пациент готов? Готов, король бобров! На что прокалывать-то будем? А какой пирсинг дольше всего делается? Дольше всего? Дольше всего член на 4 части разрезают. Называется цветочек аленький. Ладно, давай по классике. Брови или уши? У-у-у.
А зачем скальпель? Да это так, лохов пугать. Ну чё, глянь, может правее или левее? А можно вот чуть ближе к центру? Говно вопрос. А теперь, пожалуйста, чуть дальше от центра. А теперь вот что-то среднее между тем, что вот было, вот по центру и чуть левее. Пацан, ты что, время тянешь? Нет, нет, нет. Ну тогда доверься профессионалу. Я все по красоте делаю. Доктор, мы его теряем. Отрубился, что ли? Отлично, у меня как раз лидокаин кончился. Мам, он приходит в себя. О, Хэви, проснулся? Бери это. Ну что, поздравляю. Если меня после этого не вызовут в школу, я расстроюсь. Вау. Да, это ты говори поменьше, а то у тебя язык проколот. Опять купился. Ну что, Глам, там еще долго ехать? 11 минут. Может, 12. А сколько сейчас? 9:32. На контрольш не успеваешь. Так и не плачь. Фью. Чё, для инсты фоткаешь? Не, это для Лив. Она меня добавила, прикинь. Кстати, она еще и на ДР ко мне сегодня придет. Ты не знал? Она тебе не сказала? Только не плачь. Ты мелкая мантра.